Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскресе. Воистину воскрес. Христос воскресе. Воистину воскресе. Алло. Да, слушаю. Занятия начались по Слову Божию. Сергей Чепелев, микрофон сможете у себя выключить? Помолимся. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Благодарим Тебя за то, что даровал нам это толкование и дал людей, которые сохранили его до наших дней и возможность пользоваться им, Господи. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30-31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей.
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Толкование. Ибо евангелист прибавляет, сотворил перед учениками своими. Чудеса же до страданий Господь творил не перед учениками, а перед всеми. Посему евангелист говорит теперь о тех чудесах, которые совершены Господом по воскресении. Ибо, обращаясь с одними только учениками в течение 40 дней, он представлял доказательство воскресения. Как до страдания он творил чудеса в подтверждение, что он Сын Божий, так по воскресении он совершал чудеса пред учениками в подтверждение, что он Сын Человеческий. Секунду. Что он Сын Человеческий, то есть носит тело, хотя и нетленное, но боговиднейшее и уже не подлежащее законам плотским. Итак, из многих чудес, совершенных по воскресении, записаны одни только эти. И то не из хвастовства или для приложения славы единородному, но, говорит, для того, дабы вы уверовали. И какая польза и к кому относится? Не ко Христу, ибо какая польза ему от нашей веры? Но нам самим служит, ибо веруя, что он воскрес и жив, мы приготовляем сами себе жизнь, ибо он воскрес и жив для нас. А кто думает, что он мертв, а не воскрес и не жив, тот сам себе присуждает и утверждает смерть и погибель. Вопросы? Нет вопросов. Так. Кто-нибудь сможет прочитать следующее начало? Мне тут нужно человека встретить. Пришел ко мне. Есть желающие? Евгений Трапко. Можешь. Роман Фроликов. Ростик. Дмитрий Юров. Сергей Астахов. Евтушенко Сергей. Кого нету? Пятая глава, какие стихи? Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 8 стихи. Пока ищи, я сейчас читать буду. После того опять явился... Не просить, в принципе, микрофон просить. Давайте, Сергей. Толкование тоже есть? Да, да. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 8 стихи. После того... Опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Заведеевы, и двое других из учеников Его. Симон, Петр, говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем, и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечают ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученики, которого любил Иисус,
ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Словами Иисуса в толковании явился. Евангелист выражает ту мысль, что если бы он не захотел и по снисхождению не явил сам себя, то при нетленном теле и не был бы видим. Для чего он упомянул о месте, море Тивиарском? Для того, чтобы показать, что они не боялись уже иудеев, так, как прежде, а большой страх отвергли. Они уже не сидели, запершись, но выходили из дома, на что прежде не осмеливались, и ходили повсюду, так что дошли и до Тивериады, которая не на малом расстоянии от Иерусалима. Это море в Галилее. Ученики ловили рыбу, ибо не имели чем бы другим заняться. Там же Иисус не постоянно находился с ними. Дух еще не был им дарован, и учительство не было им поручено окончательно. Посему они и принялись за свое прежнее ремесло. Петр, будучи весьма деятельным, не может оставаться в праздности, но с горячностью стремится к делу, а прочие следуют за ним. Потому что они уже не разлучались друг от друга. Явившись к ним, когда они трудились и утомились, он не тотчас обнаруживает себя, а сначала хочет вступить в разговор с ними. «Как бы желай купить у них что-нибудь?» – спрашивает. «Дети, нет ли у вас что-нибудь съестного?» Когда же они отозвались, что нет, и по его приказанию, закинув сеть по правой стороне лодки, получили улов, тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Здесь мы опять находим указания, особенности в учениках. Иоанн был проницательным, а Петр – пламенный. Поэтому Иоанн первый узнал Господа, а Петр первый поспешил к нему. Опоясавшись себя, Петр выразил почтение к Иисусу, а бросившись в море, выказал свою любовь. Ибо он не удерживался, как прочие, но пустился вплавь, хотя они были от берега на расстоянии около 200 локтей. Так как Петр, занимаясь ловлей, был наг, то он опоясался одеждой из уважения, ибо это означает опоясывание, и первый спешит к Господу. Событие настоящее немалое, но важное, потому что и много рыбы поймано, и потом и сеть, и не порвалась. Глава 21, 9-14 стих. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб». А, ну вот Сергей, читай, да. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Так, ну по тому стиху вопросы есть? Надо обычно спрашивать. С первого после по восьмой. Там вроде все понятно. Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 9 по 14 стих. А, можно вопрос? Да. Роман Фроликов. А почему Господь был наг? Это важно или это случайно так получилось? А, извиняюсь, Петр был наг. Да, я думаю, даже и не будем этот вопрос рассматривать. То есть он просто работал, да? Из-за работы так. Конечно, там, ну вода. Ага, понял. Понятно. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 9 по 14 стихи. «Когда же вышли на землю, видят разложенные огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть.
Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Толкование. Блаженный Фифилакт. Угли, рыба и хлеб, которые видят теперь ученики, составляют также чудо. Ибо он столько человек напитал ими не из готового вещества, как прежде в пустыне пятью хлебами и двумя рыбами, но просто из ничего, видя, что образ его изменился и исполнен поразительного величия, они сильно изумлялись. Желали бы, по крайней мере, об этом спросить, но страх в сознании, что это был не иной кто, а именно он, удерживали их от вопроса. Они лишь вкушали то, что он для них сотворил. Как же сотворил? С полной властью, ибо он уже не взирает на небо и не призывает Отца, ибо это делалось тогда из снисхождения. Повелевает принести рыбы ими пойманной для того, чтобы показать, что видимое ими не было призраком. Здесь не говорится, чтобы он ел с ними, а Лука говорит, что он вместе и ел. 24 глава, 30-43 стихи. Как он ел, мы не можем объяснить, ибо это происходило необыкновенным образом. Не потому, чтобы природа его нуждалась в яствах, но это было делом снисхождения для доказательства воскресения. Евангелист говорит: это уже в третий раз явился, и сим показывает, что он обращался с ними не постоянно и не так, как прежде. Понимая это, пожалуй, и в созерцательном смысле. Когда преобладала тьма идолослужения, тогда была ночь. Пророки, трудившиеся тогда до явления Христа в солнце, не поймали ничего, хотя они, по-видимому, имели в своем неводе один народ израильский. Но как и он часто впадал в идолослужение, то можно сказать, они ничего не поймали. Когда же воссияло утром солнце правды и распростерта сеть апостольская, учение поистине правое, в сравнении с которым законы пророки представляются левую стороною, тогда невод этот вытаскивается, и ко Христу приводятся не одни язычники, но и израильтяне. Ибо когда войдет полнота язычников, тогда и Израиль спасется. Римлянам 11 глава с 25 по 26 стихи. Повеление «Придите, обедайте» служит намеком на то, что святые после трудов своих получают успокоение, довольство и наслаждение. Ибо все, что тогда не совершалось, не говорилось, исполнено таинственности. Например, то, что Мария почла его за садовника, по-видимому, просто – но всем есть и нечто сокровенное, ибо он действительно был истинный делатель сада, в саду гроба, как бы в раю, исправляющий женский род и обольстившую первого садовника Адама, обращающий от обмана и неверия. Ибо обращение Марии и учение о воскресении указывает на то, что женский род обращается и возводится к совершенству. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 19 стихи. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так. Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему:
паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли меня? И сказал ему: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Толкование. Так как обед имел у него цель, то он вручает Петру попечение об овцах всей вселенной. Вручает попечение не иному кому, а ему. Во-первых, потому что он был избранным из всех и был устами всего лика апостолов. Потом, для того, дабы показать, что он должен иметь дерзновение, так как отречение его заглажено. Об отречении не вспоминает, не порицает заоны, а говорит: если любишь меня, позаботься о братьях. И докажи теперь ту горячую любовь ко мне, о которой ты говорил, что готов и умереть за меня. Проверьте микрофон, у кого-то шумно, не могу. Трижды спрашивает его, частью для того, чтобы показать, что он столько заботится о верующих и столько любит своих овец, что попечение об овцах его служит признаком любви к нему самому. Частью троекратным вопрошением и исповеданием врачует троекратное отречение и словами исправляет падение, бывшее на словах. От сели произошел обычай от желающих креститься требовать троекратного исповедания. После первого и второго вопроса Петр призывает свидетеля его самого, знающего сердца. Он уже не надеется сам на себя, но отвечает с поспешностью, но всякий раз прибавляет: «Ты знаешь». Когда же Петр был спрошен и в третий раз, то он смутился, не ошибочно ли он думает о себе, что любит, тогда как, быть может, на деле не любит, потому что и прежде он много думал о себе и крепости своей, однако же последствия опровергли его. И теперь он боялся того же, потому и отвечает с благоговением: «Господи, ты все знаешь, и настоящее, и будущее. Ты знаешь, что ныне я люблю тебя, как мне кажется, но пребудет ли моя любовь на последующее время, это ты знаешь, а я не стою сам за себя». Господь, сказав Петру о любви к себе, предсказывает ему и о мучении, которое он претерпит. Говорит это с тем, чтобы показать, что если он спрашивает его о любви, то спрашивает не по недоверию к нему, но по уверенности, что он любит. Ибо как не любит тот, который будет и замучен за него? Спрашивал для того, чтобы более обнаружить любовь самого Петра и всех прочих научить, что если мы желаем любить его, то должны доказать любовь к нему попечением о братьях. Как же предвещает ему мученичество? Слушай. Когда ты был молод, то приспоясывался сам и прочее. Так, как говорит, ты любишь меня и не раз обещался в опасности за меня положить душу свою, то будь спокоен,
я исполню твое желание. Так что, чего ты не потерпел в молодости, то потерпишь в старости. Напоминает ему о прежней жизни, дабы показать, что духовное с плотским находится в обратном отношении. В житейских делах полезен молодой, а состарившийся и состарившийся бесполезен. В духовных делах, напротив, подвиг блистательный тогда, когда наступит старость. Говорит это с целью возбудить его любовь и воспламенить к мученичеству. Намекает ему и на то, что и он будет распят, ибо слова «прострешь руки твои, и другой припояшет» указывает не на иное что, как на простертие на кресте и на узы. Словами «когда ты был молод» и «опять, а когда состаришься» показывает, что Петр тогда был не молод, не стар, а совершенный муж. До чего Господь сказал ему, что другой припаяшет тебя и поведет куда не хочешь. Хотя Петр желал мученичества и желал его пламенно, но слова Господа указывают на сочувствие нашего естества к жизни и на то, что душа неохотно разлучается с телом. Ибо Бог так устроил и устроил на пользу, чтобы мы не убивали сами себя. Посему-то никто хотя бы и свят был, не отлагает тело бесстрастно. Евангелист по обычаю своему в объяснение слов присовокупляет. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. Иисус говорит, сказал Петру, прострешь руки твои и прочее, давая разуметь, что он потерпит за него мучение. Смерть Петрову называет славою Божию, потому что страдания за него до смерти поистине есть слава Божия. Ибо если душа не убеждена вполне, что он есть истинный Бог, то человек и не умрет за него. А посему смерть святых есть подтверждение славы Божией. Иной, может быть, будет находить различия между названиями «агнцы» и «овцы», между словами «питать» и «пасти». Под агнцами, может быть, разумеется, начинающие, а под овцами более совершенные. Итак, кто любит Христа, тот должен иметь попечение об агнцах и об овцах, должен питать агнцев, то есть иметь над ними надзор более простой и пасти овец, что указывает на высшее руководство. Иногда, впрочем, и совершеннейшие нуждаются в нежном попечении, и приставники овец должны кормить их. Пасти выражает надзор более строгий, а питать более нежный. Что же мы воздадим Господу, который так возлюбил нас, что признаком любви к себе поставил попечение об его овцах? Вопрос. Мир вам, братья. Это Роман Фроликов. Вот по поводу слов, что другой припаяшет тебя. То есть понятно, что когда руки прострешь, это и поведут тебя куда не хочешь, это мучение. А вот то, что припаяшет тебя другое, это вот как понимать, тоже мучение или это что-то другое? Да, Тихонич, ответьте, пожалуйста. Что
Что вообще пояс означает? Пояс означает собранность, целеустремленность. Вот сейчас люди все расхристанные, а в армии по-прежнему ремень. У монахов, да, везде. А другой припаяшет, то есть необходимую тебе цель, и куда тебя потащат другие. То есть, ну вот и подобрали парня-то, подпоясали. И другой тебя поведет, ты будешь арестован, и прострешь руки, то есть будешь тараспят вниз головой. Это называется стримглав. Будто бы это просьба он сам задал, что я не достоин быть распятый, как мой распят был Господь. Прострешь руки, это распятие, руки раскинутые. А другой предпояшет, значит, будет тебя подневольно тащить. Все, тут ничего нету, оно открытым текстом. Все. Христос. Слава Иисусу. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 20 по 23 стихи. «И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Толкование. Господь вручил Петру попечение о всех верующих. Ибо если Иаков и получил престол в Иерусалиме, то Петр по всей вселенной. После сего Господь говорит ему, иди за мною, показывая попечение о нем и свое великое расположение к нему. Последованием, разумея здесь и исполнительность во всех делах и словах. Ибо те следуют за ним, которые идут по следам его жизни и подражают его исправности во всем. Может быть, повелевает Петру и чувственно следовать за собою, являя, как я сказал, свое особенное расположение к нему. Ибо мы делаем последователями своими тех, которые близки к нам. Тогда Петр услышал это и удостоился того, что и вселенная ему будет вручена, и что он увенчается мученичеством, то по сильной любви к Иоанну спрашивает и о нем, а он что? Не пойдет ли и он тем же путем, которым и мы? Не будет ли и он общником в попечении об овцах и заботе о них? Ибо слова «иди за мною» почти тоже значат, что «ступай, принимая овец, выступай во вселенную». Зная, что Петр заботится об Иоанне и не желает разлучиться с ним, Господь, чтобы прекратить неблаговременный их союз и привязанность друг к другу, говорит, «Тебе поручено дело, совершай его и следуй за мною, когда я вывожу тебя на проповедь, вручаю тебе всю вселенную. Если же я хочу, чтобы он оставался здесь, в окрестностях Галилеи, и не хочу послать его вместе с тобою, что тебе до того?» Слова «пока приду» некоторые понимали так. «Пока я не приду на распявших меня иудеев, чтобы наказать их посредством римлян, и разрушить город их. Ибо говорят, что апостол сей Иоанн почти до правления Веспасиана находился в нагорных местах, проповедовал, пребывал там, а перед взятием Иерусалима удалился оттуда. Итак, так как им вручалось великое дело, проповедь, им уже не следовало быть вместе друг с другом, но раздельно пойти одному тем, другому к другим. Для чего евангелист упоминает о том, что он преклонялся к груди и спрашивал, кто предаст тебя?
не просто и не случайно, но чтобы показать, что Петр и после отречения своего имел дерзновение пред Господом. Ибо тот, кто прежде креста не смел спросить о предателе, но поручал вопрос другому вместо Иоанну, тому теперь вручается попечение о всех, и он не только вопрос о самом себе не поручает другому, но и о том самом ученике, который пользовался особенной пред всеми любовью, спрашивает Господа и становится как бы ходатаем пред ним. Подивись, пожалуй, скромности евангелиста, с какой он исправляет ошибочное понимание многих, которые не уразумели сказанного о нем Господом, но подумали, что он не умрет. Этого не было. Господь сказал не то, что он не умрет, но что он не будет проповедовать в одно время с Петром и останется после него. Пока приду, то есть пока я не захочу вывести его на проповедь. Тебя я ныне вовожу на попечение о вселенной, и ты следуй за мною, а он пусть останется здесь, пока я опять приду и выведу и его, как тебя. Некоторые же так понимают. Петр, услышав, что он умрет за Христа, сказал: «Что же Иоанн, не умрет ли и он?» Христос не отверг этого, ибо всяк, кто родился, тот и умрет, а сказал: «Если я хочу, чтобы он прибыл, то есть жил до кончины мира, и тогда соделается мучеником за меня». Отселе и говорят, что он станет проповедовать Христа, что он жив. Отселе и говорят, что он жив и будет умерщвлен антихристом, когда вместе с Ильею станет проповедовать Христа. Если указывают гроб его, что до того, он вошел в него живой, а потом представлен как Енох и Илья. Итак, евангелист опровергает ложное мнение тех, кои подумали, что ученик сей не умрет, а будет бессмертен, ибо сущая ложь, чтобы человек был бессмертен. Хотя Енох и Илия не умирали, однако же они смертны. Так и он, хотя не умер, но умрет. Посему понимание слова «не умрет» в том смысле, что будет бессмертен, ложно. Иные утверждают, что он умер, а слова «если я хочу, чтобы он прибыл» понимают так, как мы выше изъяснили. Мы высказали все мнения, чтобы для любопытных ни одно не было безызвестным. По нашему мнению, слова «чтобы он прибыл, пока приду» лучше понимать не о жизни, а о разлуке с Петром, как понимал это достославный и златоустый Иоанн. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 21 глава, 24 по 25 стихи. Что-то хотели сказать, Игнат Тихонович? Тут лучший вариант просматривается. «Доколе приду». Пришествием называют посещение Иерусалима, его разгром. «Доколе я приду», то есть посетит Господь. В Библии это выражение неоднократно было. Господь говорит: «Еще не настал мой день». Мой день – это казнь и отшествие его. И поэтому надо тут приноровиться к тому, предварительно какие были события и какими словами они выражались. Вот. Доколе он приедет? Как приедет? Второе пришествие.
Тут определенно творите причастие, то есть на земле будет церковь. Мало где-то скитаться будет, но вот так. В другом месте говорится по-другому немного. И тоже надо понимать, не приедет род сей. Вот начинает род сей, это 25 лет, а уже при жизни Христа там пришел род христианский, не приедет, как Христос придет. Род, не приедет род сей. Толкует совершенно неправильно. Абсолютно, однозначно, родом назван род христианский. И Господь придет, и это говорит о том, что церковь полностью уничтожена не будет. И творите воспоминания, это речь идет о Евхаристии, о причастии. Где-то там в тайных местах будут люди находиться. Мы видим по первым векам, как это было, скрывались, епископы ходили в виде простых людей, нанимались, работали, это были епископы. И когда нужно было срочно крестить, оказалось, что в храме одновременно сбились не комедии, 6 епископов. Быстро начали людей крестить, и их всех сожгли. Отошел. Спасибо, Христос. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Толкование. Из прочих евангелистов ни один не свидетельствовал сам о себе. Говорят, что он после всех приступил к написанию Евангелия, быв подвигнут и возбужден к тому Христом. Потому-то он постоянно упоминает о любви его к себе, показывая причину, по которой приступил к написанию, и что Христос поручил это дело тому, которого он любил более прочих. И я знаю, что он говорит истину, то есть, что я написал, то написал с полной уверенностью, так как я был при всем, при делах и словах, при страданиях и обстоятельствах по воскресении. Посему смело я самом себе говорю, что я истинен, и вызываю рассмотреть и исследовать каждое в отдельности событие. У нас, людей, когда мы совершенно уверены в истине, есть обыкновение не отказываться от собственного о том свидетельства. Так и апостолы говорили, мы свидетели ему в том, что говорим, и дух, которого он дал повинующимся ему. Деяния 5.32. Откуда же видно, что я говорю истину, а не в угоду учителю? Из того уже, что я многое оставил, видно, что я не хотел угождать ему. Ибо я выставил на вид все укоризненное, не скрыв и того, что его называли беззаконником и обманщиком, и даже бесноватым. Очевидно, я не старался угодить ему. Ибо кто льстит, тот поступает напротив, позорное опускает, а выставляет на вид достославное. Не удивляйся сказанному, что если бы писать книги о делах Иисуса, то не вместил бы их мир. Но помыслы о неизреченной силе Бога, слово и сказанное, прими с верою. Ибо как для нас легко говорить, так для него легко и даже гораздо легче творить, что ему угодно. Некоторые же говорят, что это по обычаю Писания сказано гиперболически. Его Писание в обычаю употребляет гиперболы. Например, мы видели города, достигающие до неба. Мы видели мужей и были перед нами, как саранча. Числа 13, 29, 33, 34 и тому подобное. В таком же смысле и здесь сказано, что мир не мог бы вместить написанных книг. Иначе под миром разумеют человека, мудрствующего мирское,
Дела же божественные и таинственные, совершенные Иисусом в мире невидимом и видимом, и в домостроительстве последнего времени, которое исполнено тайн, человек мирской не может понять по сказанному. Многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Иоанна 16:12. Но будем молиться, чтобы дела и слова Господа никогда не приходили у нас в забвение, но чтобы нам всегда раскрывать сию книгу возлюбленного и изыскивать сокровища, заключающиеся в чудесах и учении Иисуса, чтобы нам, очистившись в слове и жизни в день откровения, удостоиться неизреченнейших дел и тайн, которых ныне, находясь в мире, мы не можем вместить, и соделаться совершенными в самом Христе, возлюбившем нас, и через возлюбленного своего ученика, просветившим нас богословием и познанием Его, Сына и Отца, и Святого Духа, которому слава во веки. Аминь. И комментарий Игнатия Лапкина на слова блаженного Фифилакта: «Всегда раскрывать сию книгу». Точное количество книг, с которым человек вошел в 21 век, никто не знает. Бог будет судить нас только по одной книге, по Евангелию. Евангелие от Иоанна 12:48. «Отвергающие меня и не принимающие слов моих имеют судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день». Если по этой книге мир будет судим, то ясно, что и жить сегодня нужно, сообразуясь с ней, этой книгой книг. Мы должны с любовью и страхом, с трепетом и без сомнения всегда раскрывать сию книгу. Все библиотеки мира уже приговорены Богом и превратятся в пепел. 2 Петра 3:10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Неповрежденной останется только одна книга, недосягаемая для огня, которая в последний раз будет пронесена над землею. Откровение 14:6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Все эти места откровения Духа Святого побуждают нас всегда раскрывать сию книгу. Как необычно звучат эти слова сегодня. Если бы каждый священник неустанно повторял эту фразу Феофилакта, взятую этим свидетелем у Златоуста, который в свою очередь позаимствовал ее у апостола Павла, которому верил ее Христос. Заодно это изречение, сказанное болгарским архиепископом, которым он научает всегда раскрывать сию книгу, он обессмертил свое имя как блаженный. Почему же православные архипастыри и пастыри не слышат этот его вопль? За одним богослужением они раскрывают десятки книг, тратят огромные средства на строительство храмов, на облачение, иконопись. Хотя это все и нужно, но далеко позади после проповеди.
но не употребляют никаких усилий, чтобы эти слова великого толкователя Священного Писания сделать для себя и для других путеводными. Он как бы заклинает, заканчивая Евангелие, что всем нам следует всегда раскрывать сию книгу, восклицательный знак. Всегда раскрывать сию книгу, два восклицательных знака. И всегда раскрывать сию книгу, три восклицательных знака. Комментарий закончен. Вопросы? Христос воскресе! У Игнатова вопрос есть такого порядка. Вот Господь, благословляя Петра апостола, пасти агнцев его, почему-то сказал эти слова именно только ему. Не всем апостолам, а только ему. И вот тогда возникает другой вопрос. Может, все-таки есть нечто такое удобно объяснимое для католической церкви, что главою ей все-таки должен быть один человек. Ну, глава Иисус Христос, а после него то ли папа, то ли наш патриарх Варфоломей или кто-то другой, но кто-то один после Иисуса Христа, который бы как бы по иерархии потом расставлял на своих местах священников, епископов. Вот у меня возник такой вопрос. Ведь не без причины все-таки католики, я их не оправдываю, но мотивируют свое первенство в мире прохристианском тем, что они являются правонаследниками, ну, юридическим языком выражаясь, апостола Петра, который отдал свою жизнь за Христа в Риме. Вот такое у меня суждение возникло. Отхожу. Геннадий Тихонович, что можно ответить? Власть апостолам дана всем одинаковая. О том, что он верховный, первоверховный, у нас эти названия, их нету ни в Писании, нигде. Больше всех провинился-то Петр. Не надо забывать, что ни одного, никого не назвал Господь сатана. А теперь будем, а почему других не назвал? Ответ-то один. Никого не назвал Христос из апостолов, только Петра. Сатана, отойди от меня. Давайте теперь упремся в это слово, где он больше противоречил везде. Его горячность была не к месту. Умыть ноги, а мы у меня всего тогда, пошли в баню. Вот, в конце концов, он где-то натыкался на такое непереходимое отречение. А кто из них отрекался? Никто, кроме Петра. А почему не другие? Да потому что он там был, по характеру. Если Господь говорил, ему дал власть, когда думал, никого не выделял. И Дух Святой сошел, никто не выделял. А сказал ему, да он здесь и был, он нуждался в этом. Кончилась рыбалка. Начинай заботиться о вновь приходящих, это агнцы, едва уверовавшие. И заботься об овцах. И понятно, что бы он разговаривал с Варфоломеем, которого нету здесь. Он идет. А он что? О нем заботится Иоанн. Они были близкие между собой. И определенно он отвечает ему, но не означает, что это относится только к нему. Никак. Что тебе до того, чтобы он прибыл? Речь шла бы о не здесь конкретно, четко. До какого места? До места, когда был разгромлен Иерусалим. Господь посетил эту землю. Посетил. Гнев его – это пришествие. Никакое по счету, а просто так принято сказать. И посетил Господь нас болезнью. Мы говорим, я заболел, и Бог презрел на меня. Вот у меня такая болезнь, я парализованный там или еще что-то. Вот так нужно смотреть, а не так. А он один. А ему сказал, так он и был здесь один. Павла там не было. А Павлу разве не было это сказано? Он Павел так и говорит, неужели я не встречался с Господом? Он ему не раз являлся, явился Господь. А Петр был восхищен до неба? Не был. А Павел был восхищен. Мы можем так разделять. И поэтому церковь установила празднование День Петра и Павла в один день. Стали разделять. А Златоуст вот такой, а другие Василий такой, мы вот от Василия, а другие Григорий Богослов. Они в разное время, в разные года ушли из жизни. Церковь свела их в один день и одновременно празднует трем святителям. И все. То есть она реагировала на это, на нашу привязанность где-то. Вот сейчас бы, допустим, ну, мало ли еще в жизни бывает-то. Выслали Филарета Денисенко с Украины и сюда. Я уже говорил об этом.
А как бы вы к нему? Никак. Я просто молился бы и все. Я его не знаю совсем, но к нему бы я не пошел. Почему? Я усматриваю то, что он не подчинился решению синода патриархии. Это неправильно. Его же они выставляли, его рукополагали, и он-то надеялся стать патриархом. Это все говорят. А он, видишь, как восстал теперь против и оружие ищет. Это никак не годится. Никуда. Совсем никуда. Здесь все на виду. Вот еще, если подробно писать, самому миру вместить. А что писать-то? Если фраза это не было, мы бы никогда не додумались. Нету. А вот именно, что было, как было, они вернулись. Вот ходили, осматривали землю. 10 человек были на то, чтобы народ не запускать сейчас. Надо до Курской битвы еще побольше танков выпустить, надо побольше окопов накопать. Я переношу на сегодняшнее время. Не так у Бога. Бог сказал, иди, значит, иди, взял меч и иди. Вот Иисус Навин, там ему вдруг предстает какой-то чин царский. И, а ты кто? От наших или от врагов, от супостатов? Это Господь пришел или Архангел Михаил? А почему только ему, а не Халеву? Они оба получили из 600 тысяч от Бога благодать войти в обетованную землю. Ну, он сказал ему, все, дальше вопросы не надо ставить. А почему не ему? Да потому что он Бог. Он горшечник, а мы горшки из глины. Кого хочет, он туда и ставит. Другой всю жизнь бьется где-то, у него ничего нету. Ну, нету. Не получается. Вот сейчас сидит Квачков Владимир Васильевич, полковник ГРУ, там 2 академии, кажется, кончил где-то. На пустяках сгорел. Сидит полковник, накрутили столько лет, как будто бы он враг народа. А почему? Бог его знает. Он на патриарха говорил худо, худо говорил, плохими словами называл. Он такой, просто скверными словами называл. А у Бога все вымерено. Он по делу нигде не говорил о патриархе, а именно вот это то, что недоказуемо. И вот все, и против него все ополчились, не Чубайс тут виноват, и он сам. Какой-то арбалет держал, с кем-то разговаривал, не таился, что переворот надо делать. Переворот, значит, царя убить, президента в отвал. И сразу вот получился. Думали, 3 года дадут, а ему, кажется, 14, что ли, навернули. Так что у Бога все вымерло. Вот сейчас Глеб Грозовский, закончится суд. Там посягательства девочки в лагере были у него. Ничего недоказуемое совершенно где-то. 14 лет. Но сегодня за убийство-то больше 7 лет не дают. А почему? Бог знает. Мы договорились все молиться о нем. О нем и об отце Владимире Головине. Булгар город. Булгар или как правильно? Да, что Бог знает. Кого любит, того наказывает. Он не хочет, чтобы такой остался. А вот священник другой, который там 2 слова не свяжет, и нет, его посадили бы, нет. А почему? Его очень легко судить. Он как одуванчик. Он такой привлекательный, молодой, раньше времени рукоположен, бегает, прыгает везде. Ну и ударили по этому самому больному месту за то, что он там решил деньги делить, с наркоманией занимались где-то. Его подсекли очень крепко. А сейчас, если суд утвердит, он еще все ждет, он еще пока в сане, могут снять сан. Если это доказано, сан снимается и раз, и навсегда. Вот и все, тебе лагеря детские. А вы как считаете? Не знаю, я скорблю о нем, скорблю. Я знаю, как это трудно, тем более, если такая статья в обвинении, страшно трудно. Его самого там насиловать зэки будут. Ну, будет, как говорится, опетушат. Это к примеру говорю. И здесь сказано, он не вместит, это значит, если подробно писать, подробно. А как подробно? Вот ходили, там не сказано, о чем они рассуждали, землю осматривали. И теперь у каждого родня есть, кто его поддерживал в этом, подробно, какие-то видения были, откровения. И здесь, о Господи, вот слепорожденный, а кто он такой? Родился слепым? Так это все ли разве? Он в совершенных летах был, так и сказали, его самого спросите. Вот. Что он думал, с кем разговаривал, какие откровения были, ничего нету. А за этим целая история. Вот мы открываем. Ну, об Иисусе Христе-то мы все знаем. Сейчас скажу, о Христе возьми бумагу и напиши, что ты напишешь. Но о Христе что можно написать, когда больше ничего нету? И смотри, Александр Мень пишет, сын человеческий.
что было Аврааму сказано? Иди, и он пошел в страну неизвестную. А Златоуст подробно описывает, какая погода, какие народы встречались, какие они жестокие. Его говорят, вот видишь, Сарой пожертвовал, тебе хорошо будет и мне хорошо, а ты иди там под фараоном. Не так было, это жестокий народ, его все равно убили бы. Он ничего не добился. Иоанн Златоуст оправдывает его. Но и нам не надо лишнюю вину возлагать на человека. Подробно писать это, с чем было вызвано, с кем встречался. Другие места откровения. Миру не вместить, это образно, конечно. В мире вмещается, ты сейчас посмотри, сколько книг издается. Общая статистика идет. Это речь идет 800 тысяч. Тысяч! И мир вмещает это дело. Где их? Даже по названию не просчитать никогда. Это надо понимать, что как гипербола взята. И крик такой подняли, ковчег пришел, что земля расседалась. Да бульдозер идет, она не расседается. А то от народа, от крика, да хоть закричись. Это означает, если бы это был живой, одушевленный предмет, то она не выдержала бы, у нее перепонки лопнули у земли. Вот так надо понимать. Все. Игнат Тихонович, вопрос. Давай, Виталий. Если сейчас, например, начнется Третья мировая, там, или локальные какие-то войны, и объявят мобилизацию русского народа, до 50 лет, допустим, все мужики под ружье, вы благословите своих духовных чад, своих племянников пойти в ряды встать? Сейчас только два племянника у меня ушли служить. Я с ними беседовал и говорил, сегодня альтернативная основа. Ты должен за полгода до призыва описать, ты верующий, а там священники сейчас сидят. Да вот Александр Невский, Александр за себя отвечает, я за себя. И у нас, которые были, вот Виктор там служили, а которые есть у нас, подавали заявление и не служили. Никого не благословляем. Вот у нас врач Виктор Андреевич Яковлев пришел и говорит, меня направляют сейчас в Чечню. Ну что делать, езжай. Да там заминированные поля, там вытаскивают, и доставай, и спасайся. Но ни оружие не брать, ни быть корректировщиком, ни снаряды подносить мы не можем. Окопы копать буду, окопы. Но нигде ни шага в отношении посягательства на жизнь людей. Вот у нас к истинному православию, тут есть у меня большая статья, а я говорю, любите врагов ваших. Прочитай. Это то, что я там пишу, это все скрывается. Вот сегодня я выставляю три ролика. Три ролика о католиках. Я всем советую прочитать. Это из книги «К истинному православию». «Гордость папства», и «Человекоубийство и ложь Ватикана», и третье «Фатимское чудо». И там буквально ни одного положительного слова нет. Я беру только исторические материалы. Вот католики хорошо они делают. Ну, хорошо. Но самый главный грех их – это непогрешимость папы в вопросах догматики. И все, что они сейчас принимают. Официально уже и садомитов там сводят, еще только нету. А уж говорить о куминизме даже не приходится. Он там плавает, папа, бритый. Мы не можем признавать это за действительное, за Божье. Это не Божье. Вот все. Игнат Тихонович, правильно я понял, то есть, в принципе, идти в армию можно, то есть, вы как бы благословляете, но за оружие не браться, там, окопы копать, все. Да, да. То есть, так. Неважно, с кем мы будем воевать, там, с Америкой или с кем. Нигде разницы нету, я для Бога делаю, какая мне разница? Я в плен попаду сейчас, вот, допустим, ты не берешь оружие, но тебя возьмут, и скажут, рыть окопы, а тебя взяли в плен. Поверь мне, к тебе отношение будет другое. В первую очередь ты взят, а во-вторых, сразу станет известно. Вот этого бородача, бороду не трогать, не давать даже. С головой только снимите. Тебя они не будут мучить, бить и резать голову, и принуждать принимать ислам. Уже здесь видно это. Это я тебе определенно говорю. Они не просто так головорезы. Они делают согласно своего закона. Вот которые контрактники пришли воевать, они их сразу убивают. Вот фашисты воевали, когда коммунистен и он комиссарен юден. Форвардс. Все. Шаг вперед. Коммунисты, комиссары, это неисправимо. И жиды, иудеи. Они вот так расправлялись. А эти СС, которые были, их сразу высчитывали и уничтожали. А вот туда-то не лезли бы в эту партию. Вот я в СС, когда вступил, там форма такая, передовые части, лучшее снабжение, я страшно гордился. О нем говорят. А когда в плен-то попал, все, крышкой. Крышкой захлопнулось.
А другой попал, он там в обозе или где-то работал, так к нему и отношение такое, он не воевал, не убивал никого. Ты правильно понял, Виталий? Игнат Тихонович, но меня совесть, знаете, в чем как бы все равно мучает, в том, что даже вот если я пойду, например, вот это мы с Виктором еще тогда давно, у меня закус с ним был, то, что я-то все равно, ну, вот я помогаю, там, кашу варю, там, окоп копаю тому парню, который рядом со мной, у которого винтовка в руке, который будет убивать. То есть я, по сути, все равно помогаю ему убивать, соучастник ему, по сути-то дело. Ты не рассуждай то, чего нету, участникам. Кормить врага, даже если были бы враги, я обязан кормить и кашеварить. А это свой человек. Я варю пищу, больше ничего нет. Я отвечаю только, что она пересоленая или недосоленая. Я только за это отвечаю. А вот он, если его не кормить, да он бы там устал, да упал, да не пошел. Зачем тебе это? Тогда, если так, так из пшеницы, теперь и сельскохозяйственные рабочие виноваты, потому что пшеница это, мелят и кормят. И виноваты и текстильные промышленности, сапоги шили им дали. Так можно куда заехать-то? Тут вообще. Только конкретно к снарядам не прикасаться. Корректировщиком огня я не могу быть. Подносить снаряды заряжающим не могу. Все. А остальное пошли на мне хоть день и ночь. Хорошо, я отказываюсь. Мне этот комиссар говорит, так, ну раз так, давай к стенке, я тебя в расход пущу, раз ты нет, не будешь. Нет, 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 сейчас альтернативная служба. Закон это определенный. Тебе непонятно, я тебе скину данные. Альтернативная служба. Дума провела этот закон. И наши, которые шли в армию и писали, то их никого вообще не брали. А если альтернативная служба 2, то вот этим альтернативщикам 3 года с тяжело больными, заразными возиться, там горшки носить. Но ты никого не убивал, ты наоборот, душу полагал за ближнего. На фронте там где-то может заминированное, трудно пробраться туда, спасать раненого, тащить на себе. Вот это можешь делать. Ну это фильм хороший есть про парня, там Мел Гибсон снял. Адвентисты 7-го дня поставили. Они ну там а то у меня такие, видимо, это от лукава, мне он свои вот эти мысли-то он мне посылает. То есть я параллель, знаете, с чем провожу? Вот когда, например, ну, люди, ОГП, организованная группировка, вот, преступная, они так раз сговорились, каждый свою роль делает там. Кто-то там киллера, а кто-то на шухере стоит там. Ну, вроде бы он не это, ну, как сказать, руки у него не в крови, но он-то стоял на шухере. И а когда шухере? Их всех я ловят... Тебе раз говорил, Виталий, не трать время зря. Что вы думаете-то? Все с преступниками ну, ладно, сравнивают. Это не преступники. Даже если поставили и сказали карауль, чтобы никто не пришел, хотя бы закричать. Я обязан это сделать, я спасаю их, жертвую душою. А какой шухер, когда не ворует, а я теперь охраняю тут... Ну, армия-то не ворует. Мы говорим о защите земной Родины. Услышал. Братья, а если, ну, все-таки вот, ну, как вот в Великую Отечественную войну, тоже сначала не было такого, что там расстреливали, как бы... Расстреливали вот сразу, выводили из строя и расстреливали. У меня близкий человек был, ее брата, так он сказал, я воевать не буду. Ну а другой, ему знакомый оказался, чуть ли не маршал, а он очень хороший был сапожник и пекарь, повар-то. Его сразу забрали туда ему, и он без присяги, еще и орден дали ему. Это в православной газете я читал. Он сказал, я не могу, ну расстрелять, говорит, а тогда у вас ничего не будет, а я бы так что-то делал, а делал не просто так. У него командующий фронтом сапоги заказывал. Вот и все. А какая тебе польза? А ты испробуешь, что я умею делать. Ну, допустим, вот будет такой закон, что будут расстреливать тогда, что... Ну, еще, значит, все, пошел на небо. У меня знакомый близкий, вот у нас в деревне, он живет, Володя Устинов, а его отец, Александр Иванович, он прошел всю войну, был главным радистом у Константина Константиновича Рокоссовского. Ты должен понимать, где он был. И пришел, ни одного ранения нет. Он говорит... Приходится ремонтировать, а мины падают с одной и с другой стороны, не осколки свистят, а его не трогают. Но потом он за границей получил протоколы сионских мудрецов, стал говорить, его арестовали. Я не знаю, почему у него в суде стоит подпись или как Меркулов. Это
заместитель Берии. Он коммунистом-то сам не был, как бы, сейчас не могу я сказать это. Ну и его приговорили к расстрелу. Теперь надо помилование писать, фронтовик, заслуженный. А он говорит, зачем, мне не надо. Но вас расстреляют, он говорит, я сегодня буду с Господом. Вы меня расстрелом пугаете, а мне это надо как раз. Они сами написали, сами все, и не расстреляли. Ему дали 25, 5 выселки и 5 поражений в правах. 35. Но 2 года 4 месяца отсидел, и, а этот изверг кремлевский-то, гуталинщик-то, скопытился, как говорит Солженицын-то. Его освободили, все. Этому гуталинщику сейчас икону пишут. Я знаю, знаю. У меня есть, я даже в книге поставил, там с одной стороны Александр Невский, а с другой там Донской стоит. И он стоит тоже, бурка на нем надета, и Библию или еще там в руках держит. Ну, безумие. Одного из самых страшных тиранов тысячелетия. А где доказательства? Ну, что спрашивает? Отойди от него. Воздухом одним даже не дыши. Он отравляет воздух, змей. Вот тоже, братья, можно по поводу вот воспитания детей тоже, как сказать, воспитание, то есть разговор, то есть благовестие вот с детям. Вот у вас, Игнатий Тихонович, было такое, что чужим детям, которых вы как бы, ну, родители их не знали, и как так вот... Я работал с ними, говорить? Малолетние преступники, малолетние. Я с ними отдельно работал в тюрьме. У меня очень широкие связи были, начальник тюрьмы близкий, прокурор края, генерал-лейтенант Пороскун, судья краевой. Вот. И поэтому мне был доступ до них. Я с ними был и оставлял им Евангелие и прочее. Что нужно было где-то походатайствовать с разрешения начальства. Я 18 лет сотрудничал с тюрьмой, бесплатно, конечно. И я не, по милости Божией, не нарушил нигде те требования, какие требовались. Ни одного письма не взял, ни у кого, он сует, чтобы я передал где-то. Зачем? Я сказал, вот рядом стоит охранник, я не один иду. Он тогда берет и начальнику отдает, а мне они уже их не давали. Нигде не погреши. А потом рацию там направили, и я говорю в рубке проповедь, а она несется по всем камерам. 3700 человек слушают. И Бог дал мне такую, такое благословение. Я сейчас с ним каждый месяц одно, я не знаю, в какие дни теперь уже где-то, проводил занятия со всей обслугой тюрьмы СИЗО. С офицерами отдельно. Это Бог так делает. Игнатий Тихонович, ну вот из заключенных, вы рассказывали вроде, никто, да, не пришел в христианство, ну, в православие, по-серьезному так, с кем вы разговаривали? Как считать? Я знаю, что они слушали Слово Божие и молились. А дальше-то меня по этапу кинули, я же с ними связи-то больше не имею. Но они не, не то, что когда вы были. Собак побродил. Не когда вы, Игнатий, простите, не когда вы были, а вот когда вы ходили уже на свободе к ним туда, за вузы, встречал, путникам. Встречал, приходили. Приходили, даже нашли, где я живу. Но дальше-то я не знаю, кто-то священником стал, говорит. И я никогда не могу следить за ними. А другие из других областей привезенные попались здесь. То есть на улице не стоит разговаривать с детьми? Что? С чужими. Чужими детьми не стоит разговаривать, да, на улице? Только если разрешение есть от начальства, от родителей. Ну как чужие? Это у меня в лагере. Я же каждый день их учил. 45 лет при советской власти, 72 года. 72-го. Но это вы брали с родителей подписку, что они согласны. Я, да, имею что виду, они согласны. Я... То неизвестно, чьи дети. Неизвестно. А привозили, привозили из домов и неизвестные были. И я с ними также занимался. Ну там у них начальство вам разрешало. Результаты такие, что интересовались издалека. Профессора приезжали, учились, сидели.
Почему такой результат, что ребенка ничего не могли сделать, уже наркоман закончен, у вас меньше месяца пробыло, вообще ничего не осталось. Я отвечаю: молитвы, чтение Слова Божия, занятия. Вот один был пацаненок, я сейчас не могу сказать, но, видимо, лет 6 ему было. Отец зарезал мать на его глазах. И он потерял дар речи. Он как глухонемой. Ну, а у нас он был тут и стал играть, и разблокировался. И сам закричал там, и побежал, ну, в игре. Как вы? Я деятельное участие принимаю. Привезли девочку, и сразу братья ее, она не одна, сказали, что она больная почками. Я ее сразу отделил. А как отделил? На кухню. У батюшки сразу пошел, взял березового соку, подогревая ей стакан и полную ложку меду. Меду достал, купил. И она уже через 2 недели забыла про свои почки. Одну привезли, там что-то у ней не лейкемия, что-то с позвоночником. Рак даже был. Вот как полотно белое. Одно условие, чтобы таблетки все отдала домой. И она поехала уже с ребятишками в футбол играла. Нам нужно в природе быть. Ходят босиком, каждый день купаются. Но я ее нигде не выпускал на жаркое, на солнце. Нигде. Давал что-то такое, она в тенечке всегда. Это надо просто знать и любить. Любить и не потворствовать. Строгости. Ну, у меня сейчас вот где-то там обеды в лагере бывают. Какие отзывы-то? Там Никите, там ты держись 2 руками за дядю Игнатия. Он тебя любит, и... Даже он, ты похож на него даже. Вот такие слова говорят. А он не примет. Мне за него не решать. Я сколько могу, учу, я не молчу. Ты был у меня, я тебя разве оставил одного? Это кому вопрос, Игнатий Игоревич? Фроликову. Роме? Ну да, он же у нас был по Теряевке-то. Я его не оставлял одного. Я его тащил и в лес на заготовку, и все. И, ну, сколько он, 2 дня-то был, 1,5, и домой отправил. И все по-хорошему отвезли. Вы в этом деле побратимы с ним. Ну, у тебя, видишь, как пошло все. Игнатий Тихонович, то есть на улице, когда случайные дети, с ними лучше не разговаривать, да? Это опасно. Не знаю, нужно опасности у меня не было никогда. И чтобы ребенка я прошел, не говорил, этого у меня никогда не было. Я сразу в середину, вокруг меня дети гуртуются. Ну, где возможность есть? Где-то. Я никогда детей даже не отличаю от взрослых. Одинаково всем по самой большой планке. Опасно, если захватят, там будут говорить что-то. Я об этом не думаю. Моя задача – возвестить истину, чтобы сердце его открылось для Господа Бога. Ну, 45 лет. Ты возьми одного ребенка и с ним позанимайся 4 дня. Даже не одного, хотя бы 3. Ты посмотришь, что у тебя будет. А это я лагерь. Каждый год 108-109 человек. 45 лет. 45. И ни одного поврежденного, ни одного обваренного, ни одного отравленного, ни погибшего, ни переломанного, ни одного. Я над ними трясусь, как квочка над цыплятами. И дети это понимают. Когда мне сказали, что после операции позвоночника нельзя сидеть, а можно лежать или стоять, и меня там, ну, на поезде я доехал, а там сено наложили на брички-то, повезли, так уже ночь шла, сейчас ночи-то, и дети вышли сюда, где у меня балерина здесь, скворечник-то, их не могли прогнать, так и не пошли они спать, пока я не приехал. Никто не заставлял, между собой не договорились, чтобы встретить, это что-то стоит. И когда на операции был, вот я говорю, ну, спрашивают, кто-то что-то видел. Вы видели? Я видел. Как только на меня начал действовать наркоз, я потерял сознание, я вдруг оказался в лагере у нас. Я вижу, как где комната, где играют они там в теннис настольный-то, они на улице скамейка вплотную, и они сидят. А я маленько в стороне, день солнечный, солнечный. Это я в это время мне режут позвоночник. И ходит кто-то, не знаю, высокий ростом, белый-белый. И что-то детям дает, и все веселые такие.
И я, когда пришел в сознание, я все еще как будто нахожусь в лагере. Ну, образно сказать, ангелы сохраняли моих детей, чтобы не было ни нарушений, и они их поддерживали. Тут толковать даже не приходится. Игнат Тихонович, а Тимофей в этом году будет? Не могу сказать, но осенью позвонила его мама. Что удивительно, то она же инициировала вот эту проверку, прокуратуру и прочее-то. Ну, там обошлось все. Красиво так разошлись. И Тимоша тут, и отец, она стала просить, Михаил-то ее муж. Она ушла где-то, жила с другим мужиком. И я хочу с вами встретиться, приехать к вам. Я совсем по-другому сейчас думаю. Она обвинения какие там давала, что дети рано встают. Ну, наши правила, я говорю, такие. Я отвечаю. И гимнастику делает на траве. Я говорю, а где ее делают? В воде мы не устоим. Гимнастика на траве. Да разве это обвинение? Тем более, она, говорю, ни разу нас не видела. И вдруг такая перемена, что готова приехать и пожить, погостить. Видишь как? Оказалось, она столько мне неприятностей принесла. То из-за нее я и лагерь ликвидировал. А у Бога все вымерено, не надо на свой конец сжать. Чем больше, говорит, когда ну, такая доска лежит, и на двух концах она на щурке лежит и качается, чем не, это, сильнее ты давишь, тем ниже ты будешь. Надо знать, Игнат Тихонович, тут, а? Тут Вера в чат написала, ой, в разговор написала, видимо, не может говорить аудио. Можно зачитать ее вопрос? Какой? Сыну 15 лет. Так, сейчас. Писание не знает, желания нет к изучению. С чего начать? С какой книги из Библии? Такой вопрос. Не знаю, с чего начать. Ну, это можно показать. 24 главу пускай считает Матфея. Заканчивается. Пойдут все и муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Имей страх. Начни с того, что ты погиб. И ты сегодня умрешь, пойдешь в ад, в огонь, с дьяволом гореть будешь. Все, больше тебе ничего не надо. Я говорю то, что есть. Это начало мудрости. И вот сегодня интересно, сейчас покажу. Подождите. Сегодня пришел конверт большой. Ну, вскрыли его. Я не знаю, тут кому показать. Это видно, не видно будет. Вот такой вот, называется путь, The Way, английская, вот она. Такой вот журнал да. Пришел. Первый видно. Раз. Видно. Видно, нет? Да, видно. Видно. Ну вот он, смотри, какой он хороший, большой-то. Ну вот обратная сторона. Чего они на меня нашли-то? С чего ради-то? Ну я так полистал его, вижу, что это не православное, определенно. Ну а тут они взяли синенькую бумажку такую, не синенькую, желтенькую, да и приклеили. Вот так вот в стороне совсем, и бумажка приклеена. Сейчас я посмотрю еще. Две бумажки приклеенные. И она, бумажка здесь приклеена, на ней написано. Но написано-то написано, дальше-то еще. Она торчит в сторонке. Вот я сейчас раскрою, как сделали они. Вот. Желтенькая бумажка, видно? Да, видно. Вот они заклеили, и на ней написано. Там я не обратил внимания, а когда пришел домой, стал считать, я тут увидел. А батюшка говорит, а что тут написано? А я ему говорю, а ты посмотри, что тут есть. Тут написано, судья праведный, заголовок. И тут еще одна вот такая вот, и, ну, вот она, вот, судья праведный. А внизу вот, маленькая фотография, и это я. Да, видно. Видно? Да, видно. Посмотри. Ага. Они, кажется, этот вопрос, вопрос тут я задают мне в университете. Ну, как они попали на мой сайт, это с сайта взятый. Вот сейчас я прочитаю, что они, их заинтересовало это. Ну, я предполагаю, судя по журналу, что это баптисты. Посмотри. Тут, и главное, какое это, крест стоит, и... Картинка-то какая? Сейчас уберу эту бумажку-то. Вот видишь, какой крест. Вот. Ага. А вот смотри, какая статья написана. Так, судья праведный. И буквами такими славянскими написали-то. И внизу моя фотография.
Подписано Игнатий Лапкин. Я даже не обратил внимания, а потом дома стал в лупу смотреть. Да это же я стою. Так, мне вопрос. Несправедливо... А что это? Откуда идет? А, вот как. Вопрос сверху. Почему убийцы, покаявшись в камере смертников, убийцы, будет спасен, а его жертва, наверное, погибнет, будучи им внезапно лишенной жизни, и жертва-то не принесла покаяния-то? Вопрос серьезный очень. И они этот вопрос взяли и поместили в своем журнале «Путь». Вопрос-ответ называется. Ну, очень хорошо. Теперь, я даю ответ. Несправедливость этого решения очевидна. Но именно так может случиться. Приговор вынесет Всевышний. И дальше кавычки открыты, курсивом. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господень? Мой ли путь не прав? Не ваши ли пути не правы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет. То есть мой ответ из одних только мест Писания. Иезекииля 18:21-29, новые кавычки. «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправды или у вседержителя неправосудия». Книга Иова 34:10. «Мы имеем свое суждение», дальше я поясняю, «но когда-то откроется незримая сторона, что убитый и не думал каяться. А этому садисту Бог дал возможность привести покаяние. Но насколько оно было искренним и будет ли принято Богом, этого мы не знаем». Кавычки. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение». 1 Коринфянам 4:5. «От нас многое сокрыто», и опять кавычки, «ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже не подумали о том, ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасности». Премудрость Соломона 4:14-17. Игнатий Лапкин. Вот такая статья вдруг обнаружена была в журнале. А тут они половину почти на украинском языке пишут. Путь. Ну, не православная. Я могу им написать письмо и сказать, что у меня 4124 вопроса таких на нашем сайте. Вот сегодня, видишь, где откуда-то, из-за рубежа, и оказалось, взяли, не побрезговали. Ну что, все, наверное, сегодня? Игнатий Тихонович, это Роман Фролик. Вот вопрос по поводу... Так, подожди, Роман, ты много задаешь. Да. Я Рустика спрошу, Рустик здесь, нет? Здесь, мир вам. Здесь. Ты знаешь, как переводится Рустик? Нет, не знаю. 3 октября у тебя ангела-хранителя, тебе Господь дает, так принято считать. Рустик, в 96-м году он был в Париже арестован. Его казнили, он был пресвитером. Рустик означает деревенский. Деревенский. Спасибо, буду знать. Вот, в 96-м году, 1 спасибо, века... Господи. Запомни, когда святой. 3 октября. Ну, а по-новому 16-го. Я тебе все данные про него выкладываю.
Спаси, Господи, слава Христу. Ты, пожалуйста, брат, запиши это все, чтобы знать. А потом в октябре загляни в жития святых-то и прочитай. И, про тебя интересно будет его житие узнать. Спаси, Господи. Да, слава Христу. Слава Христу. Деревенский, почти потеряевский. Да, именно так. А вопрос по Евангелии. Вот это число 153 это, рыбы, что вытащили. Есть, давно-давно когда-то что-то мне говорили, что это как что-то с чем-то связано, но какое-то есть толкование. О чем это речь идет? Ну, вот это как вытащили, ну, этот, они плыли на речке, говорят, рыбы нету, Иисус говорит, бросьте этот сетку, они бросили, вытащили на берег сеть, это что она прерывалась, и там были 153 больших рыбы. Ну, 153. Ну, и что? Ну, вот это давно мне это что-то такое говорили, что вроде бы, ну, что-то вот это число, что-то там связано, что-то с чем-то, вот это такое. Ну, да, связано, связано. Я считаю, у монахов было много свободного времени. Златоуст говорит, ничего это не значит. Вот когда вызывает, узнал, хозяин отбирает, он сколько должен? 100, пиши 80. А сколько пшеницы там? 100, пиши 50. Что означает цифры? Ничего не означает. Просто говорится о том, что он позаботился о своем будущем. Каждую цифру не надо толковать, Златоуст говорит. Если они так решили и не толковали, и Златоуст даже не написал на эти цифры ничего, 123 это объясняют, там, что сотня. Монахи это любили делать, своя кабала. Да, спаси Господи, тоже так, я думаю, если бы оно что-то было, то оно было бы так, ну, наверху было бы, то есть бы знали люди. Да. Ну что, Сергей, давай распускай команду свою. По-моему, уже все. Помолимся. Ангел вопияше благодать нечистая, Дева радуйся, и паки реку радуйся, Твой Сын воскресе три дневе над гроба, и мертвые воздвигнувы, и люди веселитеся. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая красуся Богородице, о восстании Рождества Твоего. Молитесь, Игнатий Тихонович. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием, осознавая свое ничтожество, и мы ничего не можем без Тебя. Благослови нас приносить добрые плоды, как угодно Тебе, путешествующих братьев наших, болящих посети, отверженных, пытаемых и убиваемых детей, откроем небо Твое. И нас приготовь, как и всю землю, к великим и страшным испытаниям, грядущим на землю. Научи нас ценить это мирное время. Господи Боже наш, слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Слава Христу. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Слава Христу.